Наташенька, вы были в Питере? Были в Питере? Были. Недавно. Недавно. Расскажите нашим зрителям, что вы там такое вам люди рассказывали про наш канал. И вообще про Питер можно несколько слов, да? Ну это отдельно. А вот давайте с канала начнем. С канала. Я очень часто в Питере ездила на Uber. И мне попадались совершенно замечательные люди, которые меня подвозили на Uber. Ага. Им, если сейчас увидят, привет. Так. И многие из них меня спрашивали, знаете ли вы канал, когда узнавали, что я происхожу из Силиконовой долины, так. Приехала из Силиконовой долины, меня спрашивали, знаете ли вы наш канал, знаете, слышали ли вы про канал Силиконовой долины. Я говорю, да, я знаю этот канал, знаю. Так. Автора, и замечательно. То есть наш смотрят люди, которые вынуждены подрабатывать на Uber. Ну, Uber раскрепостил людей. Очень многие люди пошли в Uber, потому что, например, временная пауза в их бизнесе или в работу потеряли. И это снимает стресс. И многие, даже вот один водитель сказал, я жалею, что не пошел раньше. Поговорить, может, с людьми. Поговорить. Потом есть люди, которые просто любят людей, интересуются людьми, изучают жизнь через вот такое. Есть люди, у кого бизнес. Меня один раз подвозил человек, у которого курьерский бизнес. И он пошел в Uber, чтобы изучить дороги и смежный бизнес. Так. Но это очень интересно. И всегда в Uber. И они как бы смотрят наш канал. Смотрят канал, да. Да, ну что же, давайте им тогда, вы тонко передали им привет. Раз они смотрят, то действительно имеет смысл. Может быть, они вас узнают и скажут, вот я подвозил эту девушку, она мне теперь передает привет. Привет, привет. Так, а в целом про Питер? Ну, в целом про Питер. Я была в Питере на учебе. Я проходила тренинг Монтессори по педагогике Монтессори, который проводит организация, международная организация Монтессори, АМИ, которая расположена, головной офис в Амстердаме. Из Амстердама приехал педагог и подготовил, и проводит подготовку педагогов для дошкольных. На английском? На английском языке с переводом на русский язык. Качественно очень все. Угу. Вот такой уже курс, пятый год идет в Санкт-Петербурге, прекрасный. И уже за это время подготовлено 300 педагогов. Я думал, вы про Питер расскажете, а вы про Монтессори. Ну, Питер был прекрасен, замечательный город, как всегда. Лето, тепло, солнышко. Было бабье лето, прекрасное, тонкое, хрупкое, северное, нежное бабье лето, и очень мне понравилось. Ну что же, хорошо, спасибо, спасибо. В общем, передаем привет тем, кто нас смотрит в Санкт-Петербурге и его окрестностях, имеется в виду вся Российская Федерация и страны бывшего СССР. Вы видите, друзья, сколько золота и Стивенсон, и что у нас тут, Жюль Верн. И Шерлок Холмс, и Марк Твен, тут все чего угодно. И так оно такое, видите, золотое. Мне это напоминает одесский анекдот про золотую свадьбу. Да, говорит, вот, говорит, оббегал всю Одессу, золота нет. Так я привел Рабиновича, золотой человек. Вот, друзья, сколько тут золота. Хорошо дарить на золотую свадьбу.